Внутри мы должны сделать список, значит, антигосударственных объединений, туда включить КПРФ, «Справедливая Россия», все эти организации Навального, Касьянова, всех прозападных, или левацкие, там, Левый фронт и так далее. Все, что ставит своей целью строить какое-то общество, свергать действующую власть. Вы же, наверное, слышали вот материалы последнего съезда коммунистов в субботу? Знаете, как они назвали нашу с вами власть? И вы, так, вашу радиостанцию, значит, буржуазно-криминальная власть. Ага. Мы все с вами, буржуазия, и мы криминал. Это что такое вообще? Это даже при царе было невозможно. При советской власти невозможно. В любой стране эта партия была бы уже запрещена. И строить социализм опять. За новый социализм. Кто дал право? В Конституции есть такое понятие? Как вы можете строить какое-то общество, которое никак не обозначено в основном законе?